Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку с сайта на конструкторе Tilda в CRM-систему Bittrex 24. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему Tilda. Теперь необходимо выбрать действие, получить данные из форм. На этом этапе необходимо создать новый аккаунт Tilda в системе Apex Drive. После того, как созданный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо скопировать URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Tilda. Теперь необходимо перейти в ваш личный кабинет Tilda. Не забудьте добавить приемщик данных ко всем формам на сайте и опубликовать все страницы. Также, если необходимо, в настройках добавьте нужные данные для передачи. После того, как вы выполнили все настройки, перейдите на ваш сайт и заполните новую форму или создайте новый заказ. После того, как вы сгенерировали новые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовый заказ, который мы только что создали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте проверить, выполнили ли вы все пункты, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных Bittrex 24. В качестве системы выбираем Bittrex 24. Далее указываем действие. Если вы хотите, чтобы на основании данных из Tilda создавались следы или сделки, выбирайте соответствующее действие. В данном случае я выберу действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить аккаунт Bittrex 24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо выбрать тип установки Bittrex – облачная или коробочная версия, страну регистрации вашего Bittrex и указать домен портала. Для этого перейдем в CRM-систему Bittrex 24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex 24. Теперь необходимо скопировать из адресной строки доменное имя без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль аккаунта Bittrex с правами, которые требуются для работы с выбранной сущностью. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить».
Далее вам необходимо выбрать воронку и статус, в которой будет создаваться новая сделка на основании данных из тильда. А также назначить в поля Bittrex24 данные из тильда, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только назначать переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля назначены, опускаемся вниз страницы и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bittrex24. Для того, чтобы проверить корректность настройки, опускаемся вниз страницы и нажимаем «Отправить тестовые данные в Bittrex24». После успешной отправки переходим в CRM-систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!